наша задача сегодня рассказать вообще про направление работы, про часть направления работы города, потому что правительство Москвы, на самом деле, это все то, что окружает вас, когда вы выходите из дома, когда вы дома. И мы сегодня покажем вам как минимум 2-3 направления, где можно работать, где можно применить себя. Среди вот этих известных больших городов мира Москва занимает достойное место по условиям ведения бизнеса, по инфраструктуре, которая позволяет инвестировать в нее. И мы, собственно, вас приглашаем в эту команду. Вот. И если вам это интересно, приходите, мы вам подскажем, научим. Департамент покрывает собой все, что касается иностранцев, от бизнеса до совершенно культурно-гуманитарных вещей. У нас куча мероприятий за рубежом, очень большое количество командировок. На текущий момент, понятное дело, все закрыто. Всем нашим внешним коллегам кажется, что у нас вообще самая-самая веселая деятельность в правительстве Москвы и самая беззаботная, что, наверное, не совсем так. Интересная работа, безусловно, но достаточно напряженная и, на самом деле, требующая большого количества знаний, гораздо большего, чем может казаться изначально. На мой взгляд, по моему опыту, там, где я стажировался, стажировка в правительстве Москвы – это хороший профессиональный, в определенной мере социальный лифт. Ведь вы, будучи выпускником или студентом старших курсов университета, по прошествии вот этих 9 месяцев стажировки уже можете стать госслужащим, да, достаточно в подразделении достаточно высокого уровня.